собаку. Какая же она тяжелая. Ну ладно, еще чуть-чуть, я справлюсь. Я хотела слепить цветочек, а получилось два креста из Дорс. Так, девочка будет первая, я что, опять вторая? Новый челлендж 24 часа. Арина, ты же любишь челленджи 24 часа? Да, люблю. В этот раз ты проведешь его 24 часа в своей комнате. У тебя есть 5 минут, чтобы взять все необходимое. Время пошло! Иду, пока не сюда пойду. Все. Фух, 5 минут прошло уже. Чем будешь заняться? 24 часа, как бы это ни мало. О, придумала! Я сделаю мини-перестановочку и мини-уборку. Как же переставить кровать и стол? О, идея! Я кровать переставлю вот так вот к стенке и стол вот сюда. Вообще бомба! Все, начинаем перестановку. Только перед перестановкой не надо подкрепиться. Потому что как бы на голодный желудок нельзя делать перестановку. Устану быстро. Возьму я сыр и порежу его кусочки. Берем сыр. О, новый, свеженький. О, это же канал Crush & Day. Обязательно подписывайтесь, если вам нравятся такие ролики. Начну с кровати. Какая же она тяжелая. Ну ладно, еще чуть-чуть, я справлюсь. Кровать передвинула. Теперь нужно разложить мои мягкие игрушки. И потом стол передвину. Так, кота вот сюда, чтобы я не упала, как бы, потому что я же могу упасть, здесь есть место, чтобы я упала. Сделаем такую мини-чилл-зону. Чилл-зона, кто не знает, это такая зона, там, где можно там подыхать, вот так вот посидеть. И вот у меня есть собственная чилл-зона. Так, вот сюда хомячка. Теперь вот этих вот больших питомцев. Вот таких. И последний котик. Тигрик и... котик. Ура! Наконец-то я всех разложила! Ура! Половину дела, можно сказать, сделано. И теперь передвигаем стол. Сейчас надо все отключить. Сейчас я буду продолжать делать чилл-зону. Собаку. Ням! Чем бы мне заняться? О, идея! Чудо, моя комната слишком скучная, и я ее хочу украсить весенними украшениями. Сейчас я открою у себя на ноутбуке Pinterest и что-то оттуда срисую. Нарисовала мой кактус. Я думаю, очень красиво получилось. Смотрите, я даже блики на глазках добавила. И поэтому сейчас я вырежу. И у меня такая идея появилась. Я... вот у меня там рыбка. Ее зовут Уля. Полное имя Ульяна. И я сделаю так, то есть сзади аквариуму приклею кактус. И как будто бы у него в аквариуме будет кактус. Вот сейчас я уже буду клеить. Вот сюда и вот сюда. Ой, как прикольно! Мне нравится такой расплюснутый кактус. Ладно, подвигаем, и вот даже рыбка рада. Сейчас я буду лепить цветочки из легкого пластилина. Thank you.
я уже слепила. Вот. И еще вот такие вот стоящие. Я думала, у меня уже сегодня появится весеннее настроение. И знаете, куда я хочу эти цветочки сделать? Вот сюда. И у Оли тоже появится весеннее настроение. А вот это я положу вот сюда. О, это же сужик! Я хотела слепить цветочек, а получилось два креста из Дорс. Образованный мышонок. О, идея! Поиграем в Roblox Studio! Сейчас я захожу уже в Roblox Studio. Вот. Мне так нравится создавать новые и свежие карты. У меня, кстати, уже одна карта есть. Но хочу создать еще одну. Сейчас я хочу найти санки, но почему-то не могу их найти, походу их здесь нет. А, кстати, я же забыла, можно еще презент написать, и там будет вот такие вот подарочки, санки, и все тоже прикольное. Так, что же мне взять? И давайте возьмем вот такой вот роблоксовый подарок, можно так сказать. Ой, я случайно волка подвинула. Ладно. Я опять. Да почему? Пожалуйста. О, ура. Пожалуйста. Да неужели? Да неужели, что ли? Короче, сейчас я сделаю все обратно, чтобы оно вот так было. И select. И вот сюда. Все. И там будет внутри робаксы. Всем расставлю подарочки. Всем пэтам из Adopt Me. Смотрите, вот последний подарочек. Ой, я в пол улетела. Вот, всех подарочки. Сейчас я где-то положила... О, вот последний подарок. И сейчас понесу его к такому ягненку, можно. Фу, что-то я устала там сидеть за компьютером. Посижу-ка я в планшете, в Roblox поиграю. Кстати, у меня есть канал Crush a Day Game, там, где мы с папой снимаем Roblox, и не только с папой, еще и с мамой. Сейчас я играю в Tower of Hell. Здесь первый синий уровень. Кстати, я сейчас в RB Battles. То есть там три тавера в одном. И здесь первый уровень мой любимый. Потому что я на нем никогда не убивалась. И не убьюсь, наверное, надеюсь на это. Итак, начинается новый раунд. Вот, Game End. И ждем нового раунда. О! Game ready in 16 seconds. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. О май гад, мне так страшно. Так, первый цвет синий, темно-синий, темно-синий. Так, бежим, 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 бежим. А, я чуть не упала. Фиолетовый! Ура! Я допрыгнула! Как мало до финиша! Так, пинг! Розовый, розовый! Я на тот успею! Так. И... Ура! О, эта девочка победит, но я буду на втором месте. Вот, я уже почти дошла! Так, девочка будет первая, я что, опять вторая? Ой, что-то я устала играть в Roblox. О, расчешу-ка я своих кошечек. Ой, какие вы красивые! Я вам расчешу волосики, и вы будете самыми красивыми в мире кошечками и собачками. О, привет, Арти. Назову-ка я тебя Арти. Очень даже красиво. Вот у нее здесь такие вот звездочки, красивые тени. Видно то, что сама рисовала. Поэтому назову ее Арти. И она, кстати, очень красиво рисует. И, кстати, это VPets. Мультик такой есть. I love Big Pets. Можете посмотреть в Ютубе, ну, когда закончите смотреть мое видео. Так, первую я расчесала, и она будет ждать вот здесь. Так, вторая. А давайте тебя назовем Ромашка, потому что у нее здесь ромашка нарисована. Почему бы ее не назвать так? Кстати, посоветую вам очень прикольный и веселый мультик, которым даст вам творческие идеи.
Этот мультик называется I Love Big Pets. И там есть очень много собачек, которым неполадки с прической, и они ходят в салон красоты и справляют свои прически в очень красивые шедевры. Ребята, и кстати, я начала снимать влог. Конечно, я не начинала, а уже у меня там был аккаунт. Вот, крошек, да и здесь мои старые видео. Сейчас я выберу мне нужный звук и сниму под него видео. Это, кстати, видео с моей мамой. Твоя учительница по математике, ты провалила целых 3 контрольных. Да, я впервые слышу. Ребят, сейчас я уже нашла мне нужный звук. Хочу сделать, как будто бы зайка кричит: помоги. Ой, боже, как смешно попалось. Ладно. Мультик. О, включу-ка я Вики Шоу, мой любимый блогершу. Папа, давай пивочек поищем. Вика, пошли, может. О, ну если вам понравился видосик, ставьте лайкосик. Аринка, доченька. О, я смотрю, ты тут все поубирала, перестановку сделала. Как красиво! Такая классная, шикарная комната. Я вижу камеру. Ты, наверное, блог снимала сегодня, да? На свой канал Крошек Дэй. Ребята, Аринка очень любит сниматься и постоянно просит, как бы, чтобы снимали новые ролики, но не всегда получается. Если вам не тяжело, поддержите нас лайками и напишите комментарий, как бы нравятся наши видосики или нет. Мы постараемся больше как бы выпускать. Аринка спит, не буду тревожить. Ребят, всем пока!